В этот день девочки могут делать так и при этом не набирать лишние кг. И вот так, несмотря на возраст. И даже так. Потому что это 8 марта. И в этот день, если с самого утра кто-то нам уделил внимание, пожелал что-то приятное или подарил какой-то миленький подарочек, мы заряжаемся классным весенним настроением и заражаем им всех вокруг. Кстати, о подарках. Это видео облегчит участь тем, кто их ищет. Топ-5 вариантов ко дню 8 марта из категории «Бытовая техника». А если же у нее все это уже есть, тогда посмотрите наш топ цифровых подарков. Ну что, начнем? Эти кухонные весы Meijo MG295 100% поднимут настроение. Потому что у них вот такая позитивная няшная расцветка, которая не только веселит, но и разжигает аппетит. А это плохо. Потому что если у меня будут такие весы, мне все время будет хотеться чего-нибудь сладенького, и скоро я не влезу в кадр. Шучу, но даю установку вместе с ними дарить тюльпаны в тон и макаруны. Побольше макарун. Я думаю, прикольный набор получится. Meijo MG295 сделаны из стекла, очень-очень прочного. Тип управления сенсорный. Есть функция тара. Она позволяет не учитывать в результатах взвешивания массу посуды, в которой находятся продукты. Сначала на весы ставится емкость, в которую планируется поместить взвешиваемый продукт, после чего вес пустой емкости обнуляется. Также весы автоматически отключаются и показывают заряд. Точность измерения 1 грамм. А вот это вообще подарок-бомба. Обновленная серия посуды Tefal Expertise, которая включает сковороду Wok, сковородочки универсальные всех размеров, и 24, и 25, и даже 28 сантиметров. 5-литровая кастрюлька с крышкой. На вот этой можно гриль-блюдо делать, а это для блинчиков. А еще есть сотейник и милый 16-сантиметровый ковшик. Заверните все. Можно дарить один предмет, а можно сразу несколько, ведь все они сочетаются по стилю. У всех них покрытие Titanium X, которая состоит из 7 слоев для усиления антипригарных свойств и дополнительной стойкости и износа. Все это гарантирует срок службы до 12 лет при интенсивном использовании. У всей этой посуды есть индикатор нагрева Thermospot. Он становится равномерно красным при достижении оптимальной температуры для начала приготовления, а это 180 градусов. И все эти сковородочки и кастрюльки подходят для приготовления на любых типах плит. Понравились ручки этой серии посуды. Их поверхность шероховатая, она не дает рукам соскальзывать. То есть посуду будет удобно держать в любом положении. Материал ручек называется бакелит с вставками из нержавеющей стали. Они выдерживают высокую температуру и не нагреваются. Мультиварочка. Ну куда же без такого чудного устройства, облегчающего жизнь каждой девочки? Если у вашей девушки, жены, бабушки, сестры еще нет такого устройства, нужно срочно исправлять ситуацию, и 8 марта это отличный повод. Это Redmond RMC M21. Стильная мультиварка с широким выбором программ. Автоматических тут аж 10. Бобовые, выпечка, жарка, йогурт, каша, крупы, молочная каша, приготовление на пару, рис, супы, тушение и хлеб. Плюс есть ручные настройки. Функция от срочки старта на 24 часа, разогрев блюд и автоподогрев с возможностью его предварительного отключения. Одна из особенностей RMC M21 – клапан пуска пара с регулятором, позволяющий снизить скорость испарения жидкости, предотвращая ее вытекание. Чаша у Redmond RMC M21 – 5-литровая с антипригарным покрытием. Корпус – нержавеющая сталь плюс пластик. Мощность устройства – 800 Вт. И еще одни весы в нашем топе, но теперь напольные. Tefal PP1101. Что? Весы? Да если б мне такое подарили, я бы расплакалась и сказала ему: «Я всегда знала, что ты считаешь меня толстой». Но потом бы я радостно взвешивалась по 50 раз в день. Съела яблочко, побежала на весы, съела пирожок, взвесилась, поплакала, пошла в спортзал. В общем, я считаю, что весы – это полезная и нужная вещь для каждой любящей и заботящейся о себе девушки. У них очень приятный, нежный, классический дизайн. И они ультратонкие, высота 22 мм. Материал корпуса – прочное зеркальное стекло. Размеры 300 на 290 мм. Максимально допустимый вес – 160 кг. Есть автоматическое отключение, а точность измерений – 100 грамм. О них отзываются как о надежных – это ж вам не шухры-мухры, а Tefal – и точных. Так как это электронные весы, важно учесть, что когда вы взвешиваетесь, они должны стоять на ровном твердом полу. Это обеспечит их корректную работу, иначе могут быть сбои и неточности.
И пятый вариант. Мы приберегли для вас что-то, ну, очень красивое. Это же розовое золото, прям как у айфона. Это фен Philips HP 828200, и он идеален. Ну вы поняли, дизайн у него просто класс, да и мощность, как у профессиональных фенов, 2300 ватт. Здесь есть 6 режимов скорости и температуры для разных типов волос. Его козыри. Первый – это инфракрасный датчик Moisture Protect, который определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки. Он автоматически уменьшает температуру, когда волосы становятся сухими, что защищает их от перегрева, то есть ваши волосы не будут пересушены. Второй козырь – ионизация. Блеск, гладкость и все такое после сушки вам гарантированы. И третье – холодный обдув для фиксации укладки. Вот такой топ-5. А что планируете дарить вы? Расскажите об этом в комментариях, если, конечно, это не секрет. И чаще дарите подарки. А еще чаще теплые слова, вашу заботу и внимание. От этого все становятся чуточку счастливее. А мне можете подарить лайк под этим видео, а каналу Комфи вашу любовь в виде подписки.